Полноправными юноармейцами вернулись наши ребята из оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1», расположенного на базе учебного центра инженерных войск Минобороны России в Нижегородской области. В общекомандном зачете команда «Чувашия» заняла второе место. Самые сильные, ловкие, меткие и выносливые юноши Чебоксар, Канаша, Батревского, Канашского и Маргаушского районов в течение 17 дней защищали честь республики в состязаниях боевой и спортивной подготовки, показав в большинстве дисциплин лучшие результаты. Каждый день мы тренировались, чтобы пойти победить. В первый день мы одевали противогазы. Второй день разбирали автомат, стреляли из автомата Калашникова, из пистолета Маргулина, надевали РХБЗ. И так каждый день разные занятия. Очень запомнились уроки про часового, уроки с миноискателями и минным оборудованием. Самым серьезным испытанием сборов стала эстафета «Гвардейская полоса». Она включала основные азы первоначальной армейской подготовки, в том числе подъем и заправку кровати, сборку-разборку автомата на время, переноску ящиков с боеприпасами, стрельбу и подрыв учебной мины. Но успеху всегда предшествует тщательная подготовка. Команду заранее надо посмотреть. Мы их собрали где-то дней за 10, посмотрели на их физические данные, на моральные какие-то качества, сделали определенные выводы, что решили, что да, действительно команда такая боеспособная собралась. Но все же самое главное, чему научились ребята, это помогать друг другу в любых, даже самых сложных ситуациях. Вы уже готовите себя к самореализации в этой жизни. Вы уже трудности знаете, как преодолевать, препятствия знаете, как преодолевать, как нужно подставить локоть товарищу. Это вы тоже уже знаете. Командный дух должен быть у каждого, кто в этой команде. Не будет этого командного духа, не будет сплоченности, не будет мужества, не будет уверенности в победе. Этого результата не было бы. Только призовые места в эстафетах и соревнованиях. 5 первых, 3 вторых и 2 третьих. По итогам сборов наша команда заняла второе место, уступив юнормейцам из Пермского края. Родион Архипов, Александр Петров, Республика.